День рождения 8 июня, какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена. Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно, получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденный 8 июня, значение дня рождения. В данный период планеты оказывают на людей крайне негативное влияние, нивелируя их достоинства и катализируя отрицательные черты характера. Вместе с тем, рожденный 8 июня имеет огромную внутреннюю силу, которая может помочь им побороть все проблемы и направить свою жизнь на путь добра и процветания. Если вы относитесь к числу тех, кто родился 8 июня, ваш знак зодиака – близнецы, и вам следует принять тот факт, что жизнь ваша будет всецело зависеть от вашего к ней отношения. Если вы будете достойно принимать все удары судьбы и с надеждой смотреть в будущее, сохраните душевную теплоту, то будете щедро вознаграждены и получите все, чего пожелаете. Стоит отметить, что у близнецов, которые родились 8 июня, изначально развито стремление к самоанализу и самосовершенствованию. Тем не менее, они не всегда поступают дальновидно и могут проявить гибкость, подстроиться под ситуацию. Им свойственно часто допускать ошибки, многие из которых могут стать фатальными. Но они всегда могут спасти себя. Знак зодиака людей, рожденных 8 июня, наделил их незаурядным интеллектом и находчивостью. Они могут вовремя собраться и принять самое оптимальное решение. Эти качества, а также высокий уровень ответственности позволяют им стать надежной опорой для близких, а также достигать завидных высот. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 8 июня, влияние знака близнецы, эмоциональность, нестандартное мировоззрение. Интеллектуализм и креативность присущи всем, кто появился на свет 8 июня, знак зодиака вместе с тем помогает им быть дисциплинированными и собранными. Они глубоко убеждены, что счастье не дается просто так, для его достижения нужно изрядно потрудиться. Они не любят шумных компаний и по-настоящему расслабляются только в одиночестве, но при этом понимают, что только в тесной взаимосвязи с другими можно добиться максимального успеха. Они очень принципиальны и придерживаются строгих правил, предъявляют высокие требования к себе и в равной степени к окружающим, из-за чего могут прослыть снобами или занудами. Для того, чтобы быть по-настоящему счастливыми и дарить радость окружающим, таким особам необходимо найти дело себе по душе, наладить взаимоотношения с теми, кто всегда находится рядом, и научиться полноценно отдыхать и отвлекаться от своих обязанностей. 8 июня родилась модель Клаудия Линкая. С 8 июня 1982 года появилась на свет канадская модель иранского происхождения Клаудия Линкая. Уже в двухлетнем возрасте она впервые появилась в рекламе различных товаров для детей, а также тематических телепередачах. Ей даже был присвоен титул «Самый очаровательный ребенок Европы». Впоследствии она пробовала себя в амплуа телеведущей певицы и актрисы, но наибольшего успеха смогла достичь в модельном бизнесе. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?